Здравствуйте, сегодня вторник, и с вами наша программа «Земля Экодом». И я вас приветствую, Инна Ким, а также сегодня со мной в студии дети из 55-й школы, которые занимаются в телетеатре «Земля Экодом» на базе Центра детского творчества «Матвеевская», экопедагог Юрий Кузнецов, и также у нас в гостях очень интересный человек, который поведает нам очень интересные истории. Это... Так, не вижу, как зовут. Роман Саблин. Саблин, да, это координатор российского, пиар-координатор российской акции 10-10-10, о которой сегодня у нас пойдет речь. Напоминаю, что вы смотрите «Земля Экодом» в студии Арбат ТВ. Здравствуйте, ребята, здравствуйте, уважаемые гости, здравствуйте, коллега Юра. Здравствуйте. Олег. До вас я уже не смогу дотянуться. И я предоставляю слово, наверное, сейчас Олегу, чтобы он немножко рассказал, что это была за акция, чему она была посвящена. 10-10-10, понятно, что это 10 октября 2010 год. И в двух словах, в трех, в десяти, пожалуйста, об акции. Спасибо за приглашение. Мы сейчас как раз подводим итоги того, что в итоге получилось 10 числа. 10-10-10 – это акция «Глобальный климатический воскресник», который прошел в итоге в 166 странах мира, и прошло 7300 с чем-то акций, которые люди делали для привлечения внимания к климатической проблеме. Организаторами акции изначально явилось английское движение 350.org, которые год назад заявили о проблеме изменения климата с той точки зрения, что... Ну, такой физической, да, подошли, что 350 ppm, такая есть величина, это оптимальное количество углекислого газа в атмосфере. Соответственно, сейчас этот показатель составляет 385, и он увеличивается. Соответственно, когда он дойдет до 450, мы все умрем. О, представляете, Олег, когда мы проводили эту акцию, мы увеличили зашкаливание этого коэффициента, как вы сказали, ppm, да? ppm, да. А вы нам потом расскажете, что значит ppm. Мы да. сказали, что 350, и девочки наши тоже говорили, мы давали интервью, брали интервью, говорили, что сейчас она зашкаливает уже более чем в два раза. То есть мы уже, в принципе, все мертвецы на этой земле. Ну, практически да, если... Я думаю, что сейчас масса всяческих исследований экологических и про то, что тают ледники Антарктиды и поголовье белых медведей исчезает. И все мы видели, какое у нас было жаркое чудное лето в Москве и, собственно, эти пожары. И это на самом деле не худо без добра, потому что к экологическим акциям сейчас очень большее количество людей обращается и приходит. И поэтому нас очень порадовало, когда мы месяц назад разослали с нашего проекта Ковики.ру рассылку о том, что есть такая акция, и давайте присоединимся кто-то. Мы собрали штаб в 40 человек, создали рабочую группу по различным направлениям и, собственно, договорились с парками. В итоге у нас получилось 9 парков Москвы, и на их базе, собственно, провели акции. Как это происходило, что было, я думаю, можно показать ролик 4-минутный, который снял наш пресс-центр, который делал первый зеленый журнал «Молодежный гренадин». И, соответственно, мы его уже 10 вечера на финальной грин-пати показали. Да, мы сейчас посмотрим, только нам расскажите, сколько все-таки участвовало в итоге в Москве, в России организаций, сколько было акций проведено 10 числа. То есть вы же какой-то финальный отчет делали? Финальный отчет делали, есть пост-релиз, мы его сейчас рассылаем всем. В итоге у нас получилось, что в Москве прошло порядка 60 акций. Здорово. Это причем... Порядка 40 акций инициировали мы, и остальные 20 акций, собственно, как и ваши, люди просто узнавали об этом мероприятии, что-то придумывали и запускали. То есть порядка 60 акций в разных местах, в итоге предварительным подсчетом приняло участие 1100 человек. Отлично. То есть это люди, которые пришли, поучаствовали, принесли макулатуру, разрисовали косунку, сделали какое-то действие, которое снижает климатический след. Давайте похлопаем. Понятие. Браво. И плюс еще мы взаимодействовали с российскими экологическими региональными организациями, собственно, по всей России прошло также порядка 60 акций. Угу. То есть там в Иркутске, в Нижнем Новгороде, например, в Санкт-Петербурге они в 9 парках провели уборки мусора раздельного тоже. Угу. То есть местные экологи собрались, организовали, пришло масса людей, все порадовались, то есть какие-то действия совершили. И, соответственно, сложно посчитать, насколько меньше мы сделали углекислого газа, да, но суть же в том, чтобы, во-первых, еще раз заострить внимание на этой проблеме экологического следа, климатического следа. И второе, это
после этого дня, то есть 11-10-10, продолжать это делать. Да. Продолжать отказываться от пластиковых пакетов, пользоваться эко-сумками, продолжать меньше покупать разного одежды, которая не нужна, и массу всяческих вещей, которые, собственно, и составляют образ жизни ответственного экологического такого человека, социально направленного человека. Социально направленного человека, да. Здорово. Вот мы как раз с девочками в телетеатре «Экодом» и другими участниками нашей команды обсуждаем эти вопросы. Более того, мы творчески к этому подходим, и вы тоже сегодня об этом узнаете. А сейчас я предлагаю посмотреть ролик. Вот. И девочки, будьте готовы отвечать на все запросы, которые я вам буду задавать, которые будет задавать вам Роман. Да, у вас интересный опыт. Так, вот так, да. То, что было, да? Да, то, что было. Сейчас, секунду. И пока 10. У нас... 10. Мы спасем мир. Вместе. Уже несколько десятилетий ученые наблюдают тайные обсуждения жидов и тревожность. В результате климатических исследований было выяснено, что доля углекислого газа в атмосфере планеты должна составлять не более 350 частиц на миллион. Тогда и льды не будут таять, и дышать будет чем. Однако, по данным на сегодняшний день, среднее количество этих частиц уже 388 и приближается к отметке 390. За ней будет 400, потом 450. Тут-то мы все умрем. Тут-то мы все умрем? Да. Бороться с тяжелыми частицами принялись все, от мало до велика, то есть от крупных ученых и правительств продвинутых держав до отдельных людей из разных стран мира. 10 октября 2010 года, в принципе, из-за красивого сочетания цифр, было выбрано глобальным днем действий. Вот почему сегодня в 188 странах мира проходят 7347 настоящих живых действий. Если тебе интересно, если тебе не безразлично, давай заново. Все мы можем объединиться. Ко всеобщей радости, Россия не отстает от цивилизованного мира. Сделаем мир чище. Егорьевский район Московской области. 5 миллионов саженцев на выгоревших в летнюю жару территориях. Город Кропоткин Кавказского района. Час без автомобиля. Санкт-Петербург. 10 акций по уборке мусора. Тамбов. Флешмоб «Кто, если не я?» Иркутск. Мастерская по альтернативным источникам энергии. Владимир. Фотоконкурс «Свалка в нерв», Волгоград. Акция «Чистый двор, чистая планета». Будет добро! Будет добро, будет пока хватает. СО2 не пройдет. Давайте что-нибудь делать. Делать. Все вместе перерабатывайте. Москвичи с гражданским настроем подавали хороший пример другим москвичам примерно в 20 точках города. Сокольники. Очистка оленьих прудов. Типография Idea Print на заводе ARM. Сбор макулатуры. Тушино. Эксперимент по раздельному сбору мусора. Кузьминки. Зеленый кинотеатр. Воробьевы горы. Очистка территории заказника. Ходынское поле. Массовый велозаезд. Галерея «Чистка одежды». Проект Really Free Market. Торговый центр «Атриум». Мастер-класс по росписи «Эко-сумма». Берегите природу нашу, мать вашу. Вряд ли кто-то возьмется подсчитать количество углекислого газа, который не был выброшен в атмосферу за сегодняшний день. Снизилась ли цифра 388, расскажут ученые. Но по итогам всего, что произошло сегодня, можно с уверенностью сказать, СО2 за этот день стало меньше, а позитивно направлено деятельности больше. Как и планировалось, день 10-10-10 стал днем самой глобальной климатической акции в истории планеты. Хорошо, что мы вместе. Да, спасибо. Отлично. Скажите, пожалуйста, как вообще все начиналось? Почему вы именно стали заниматься этим? Лично я? Да.
Я пришел в экологию, наверное, полгода назад, когда случайно в интернете наткнулся на сайт ecoviti.ru. То есть меня до этого всегда интересовало. Я был сторонником ВВФ, периодически получал подписку Гринписа. Всемирный фонд охраны дикой природы, ПАН. Вот. Соответственно, подписывал резолюции различные. Но вот поскольку как-то не до этого было, наверное, руки не доходили, а потом пришло время, я наткнулся на этот сайт. Ecoviti.ru – это зеленая энциклопедия, которая подробно очень рассказывает о практическом применении экологии в жизни. То есть, как делать простыми шагами каждый день в быту, не уменьшить свой вред, да, там, потому что нужно там, например, рекомендуется выключать воду, когда чистите зубы. Это позволяет сэкономить порядка 20 литров воды в день. Соответственно, представляете, сколько воды просто утекает зря в течение там жизни человека. И я познакомился с ребятами, организаторами Ecoviti, пришел на одно из их мероприятий, выставку экологических плакатов, четвертый блок в ArtPlay. В районе винзавода такое есть место интересное. И мы познакомились, я включился в команду, и мы потом участвовали в различных, был экофестиваль в Лужниках, мы там делали большой стенд и рассказывали об эко-жизни. А потом, собственно, я предложил перенести это в плоскость еще как бы дальше, и мы, собственно, создали эко-лофт, то есть мы нашли в центре Москвы квартиру на метро Новокузнецкой, бывшую коммуналку пятикомнатную, и заехали туда с пятером, да, заехали, провели небольшой космический ремонт, и мы там ставим эксперимент по экологическому проживанию. И как результаты? Результаты в том, что все, у нас большой достаточно трафик людей, то есть мы делаем там эко-школу каждый четверг, приглашаем разных экспертов. Вы нас тоже приглашаете? Да, безусловно. Приходите, у нас в следующий четверг, наверное, будет эко-школа, я пришлю приглашение с описанием, куда как пройти. Там, соответственно, порядка побывало около 300 людей, мы всем показываем, рассказываем, всех очень воодушевляет этот пример, то, что дома, оказывается, тоже можно разделять мусор, вывозить это потом в пункт приема раздельного сбора мусора, можно везде вставить. Лампы энергосберегающие, у нас по всему дому висят инструкции, как можно экономить воду, электричество и уменьшать свой, опять же, климатический след. Мы живем 3 месяца, это очень интересный опыт, это такая большая экологическая тусовка, масса людей, плюс, соответственно, это чисто психологически, когда ты приходишь домой, да, то есть ты не один, да, у тебя там есть друзья, у тебя есть своя комната, свое пространство, в котором ты живешь, и плюс есть общая гостиная, в которой мы периодически все собираемся, пьем там чай, делимся успехами, делами, и периодически у нас ночуют гости различные. Вот. На прошлой неделе, 2 недели назад к нам заходили французы из французской зеленой партии, через знакомых мы общались, как бы, как это у них происходит. Поэтому вот сейчас я проповедую эко-стиль. Мы видим, у вас зеленые очки, зеленые брюки, да, зеленые. Я люблю зеленое, и уже до этого любил зеленое, до того, как пришел в экологию. Теперь это стало не только формой, но и содержанием. То есть грин-философия – это философия ответственного подхода к жизни. И, например, опять же, ну, это некая, наверное, такая история пиаровская скорее, ну, лично мне. То есть я, например, то, что я лысый, это не случайно. У меня были достаточно длинные волосы все время, я, собственно, летом по жаре побрился. Там было 3 причины. Первая – это экологическая причина. То есть мы называем это эко-стрижкой, у нас салон эко-стрижки дома. Реально, мы побрили уже 10 человек на лысо. Вы призываете всех нас? Я призываю всех побрить на лысо. Да, 3 девушки, здесь 3 девушки. Чтобы шампунем не пользоваться. Правильно. Потому что шампуни что? Они дико отравляют воду. Ну, то есть павы, и фосфаты, да, и прочие вещи, которые там вызывают цветение водоемов, водорослей и прочие штуки. Есть био-шампуни, можно мыть крапивой, но это, собственно, такой кардинальный способ. Плюс еще воды меньше тратится. Это 2. И, соответственно, на парикмахера не надо тратиться, это 3. И, единственное, что холодно, да, на зиму я вот, собственно, не буду бриться, ну, то есть отращу волосы немного, но, опять же, не длинные, да, чтобы, собственно, можно было мыть мылом или там мыльными орехами, как мы экспериментируем, есть такие из Индии мыльные орехи, которые мылят, то есть они растут на земле, вот, ими можно мыться, мылиться. Ну, это действительно такая философия жизни. Да, это философия жизни. Экологическая философия. Религия почти. Да. Ну да, религия. И, собственно, то есть все, что мы делаем в этой жизни, можно делать экологично. Когда ты об этом задумаешься, у тебя такой щелчок происходит в голове, ты все, что ты делаешь, можешь рассматривать с этой стороны. То есть очень сложно приходить, наверное, в магазин покупать что-то, потому что понимаешь, сколько безумного количества пластика избыточного. То есть мы ходим со своими бумажными пакетами в магазин, соответственно, если берем какие-то фрукты или лучше даже на рынках, то есть просто в свой пакет просишь сразу продавца, вот в мой пакет это все взвешивается и покупается. Потому что пластик, который вот мы безумное количество мальчиков приносим домой, это дикое зло. То есть мировой океан состоит из 10-15% из этого пластика.
которые отравляют воду, отравляют, губит рыбу и прочие разные истории. Ну вот знаете, мы когда делали акцию, у нас одно из таких предложений было раздавать использованные из использованных газет, делать мешочки. Такие, знаете, как раньше, такие... Подсемечки. Подсемечки, да. Курочки, потому да. что, когда мы разрабатывали свою акцию, мы о ней немножко расскажем. Говорилось, мы спрашивали ребят, да, что вам не нравится, когда плюют, там, когда бросают эту шелуху на землю. И, естественно, сначала была реакция, там, вот, пластиковые пакетики раздать, а второе включилось, там, экологическое сознание, да, использовать ту бумагу, которая уже есть, на ней написать 10-10-10, и как бы вот, ну, не плюйтесь, но если вы не плюетесь, подарите тому, когда, кому вы видите, что он, допустим, ему некуда выбросить окурок, некуда выбросить там какую-то жевательную резинку, потому что на самом деле у нас в этом большом мегаполисе большая проблема. У нас нет... Мало урн, мало контейнеров, куда можно подойти, то есть ближайшая дислокация, это надо куда-то идти, непонятно куда, и не знаешь, вот ты с этим огрызком яблока ходишь, и как бы неудобно тебе куда-то бросить, даже там бумажка от конфет, ну, неважно что, да, и ты думаешь, куда, чего, и вот так вот сжимаешь, там салфеточки. Ну да, в этом случае я всегда кладу это в себе, а потом куда-то выбрасываю. Поэтому это тоже как некий такой вот был шаг, призывать, обращать внимание на то, что, ну, не бросайте вот на землю, да, потому что как бы не совсем приятно, не совсем хорошо. Чтобы донести, ну, нужно что-то, да. И, естественно, все-таки мы использовали пластиковые пакеты, мы еще не совсем настолько вот продвинутые, поэтапно, но мы в этом направлении. И сейчас я хочу, наверное, передать слово Юрию Санычу, Юрию Григорьевичу. Дети нас, извините, потому что дети его называют Юрий Александрович, наш экопедагог. Вот. И расскажите, как у нас вот, состоялась акция 10-10-10. Спасибо, Инна. А наша акция 10-10, она была, во-первых, конечно, мы готовились к этой акции довольно-таки в быстром темпе, да, потому что у нас было не так много времени. Вот, может, Роман, скажете, когда вот объявили о том, что 10-10? Вот сама эта акция 10-10-10, 350, она будет проходить? Сбор лидеров стран по этой акции, на которой было принято решение, проходил в конце августа в Турции. Там вот Татьяна Каргина, как раз директор по развитию Кавити.ру, была на этом сборе, и там вот они, собственно, решили, что акцию делаем, начали делать сайт, и, соответственно, первый пост-релиз был объявлен вот, ну, вот, в начале сентября. Соответственно, в Москве вот мы собирали штаб уже где-то в середине сентября. Ну, есть... до нас информация дошла где-то в конце сентября. Ну да, ну просто вот очень большое поле, да, и, наверное, вот не все удалось охватить. Ну вот для первого такого вот быстрого экстренного сбора у нас все получилось очень здорово. Потому что вот здесь сидят у нас девушки, они... Давайте их представим. Это Ирина, 6 класс 55-й школы. Маша, 6 класс, можно в камеру посмотреть, Ксюша, 11 класс, и Анна, тоже 6 класс, представители нашей экологической такой тусовки нашей. Да, и вот эти вот девчонки, они оказывали нам непосредственную помощь, содействие, и были самыми яркими участниками нашей акции. Что, значит, мы решили сделать? Изначально мы решили взять те же самые... Мешки для сбора мусора, есть такие большие мешки, такие эти, голубые. И мы из них сделали себе маечки. Мы вырезали, значит, рукава, сделали здесь. У нас даже есть. Можем фотографию, собственно, показать. Да, мы можем, уже, когда да, будет идти. Уже сейчас просто когда про маечки. Мы пытались создать несколько атрибутов, да, которые нас бы как-то выделяли среди других людей. Для того, чтобы привлечь внимание. Мы попросим включить камеру на ноутбук. Да, там слайд-шоу. Да, и как дальше, что было? Да, помимо, ну, мы вставили, значит, сюда у нас была эмблема, просто у нас была эмблема 10-10-10. А называлась наша акция? Называлась наша акция Me First. Почему? Мы назвали сначала я. То есть это был такой философский смысл, да, что, конечно, здорово говорить о том, что давайте изменим всю планету, давайте там снизим выбросы углекислого газа,
А с другой стороны, все равно, как фабрика там какая-нибудь работала, да, так она и работает, и что, собственно, я для этого могу сделать? А могу я, самое большее, что я могу сделать, самое лучшее, да, это начать с себя и подать своему соседу пример. Абсолютно правильно. Это вот та же наша философия, которую мы реализуем. То есть теория про простых шагов, начни с себя. Да, и когда ты сам меняешься, то ты вокруг себя и преображаешь, собственно, людей и атмосферу, я не знаю, все преображаешь, да. Поэтому наша акция называлась, мы ее назвали на международный манер «Me First». Да, для того, чтобы придать ей такой международный оттенок. Что у нас как раз показывают. На международном сайте, да, акция. Да. Вот показывают, мы плакаты рисовали, очень, очень много идей было, очень много плакатов. Основной упор, вот интересно, да, дети, они основной упор делали все-таки на курение. А на то, что, ну, тоже, видимо, да, так, человек курящий, он такой, как мини-фабрика. Да, такой он идет, и значит, у него все время. Отходы. Выбрасывает, да, в окружающий мир отходы. А там вот ролики, это что такое было? Да, вот мы использовали ролики, тоже таким образом привлекли и внимание окружающих людей, так как мы пропагандировали ролики как альтернативу автотранспорту, который загрязняет среду, типа там автобусом, машинам, да, если ты можешь проехать какое-то небольшое расстояние там в тот же самый магазин на роликах или пройти пешком, то не надо садиться на машину, да, и ехать 5 минут на своей машине. Да. Ну, это как-то. Это не только экологично, еще и полезно. Это спасет вообще многое в нашей жизни. А далее еще что хотел сказать. Еще мы агитировали против плевков, против тех же самых семечек, которые безумно, как оказалось, трудно убирать. Да. Мы собирали мусор, вот даже у нас фотография была, как мы собирали мусор. Ну, собрать семечки, это нужно уже там, да, взять с собой метлу с совком. И, ну, это довольно-таки тяжело, конечно. Акция проходила, вот девчонки скажут, по-моему, нам было очень весело. Мы брали интервью у жителей района. Девочкам передадим вот слово. Ксюша у нас таким была лицом нашей акции, она брала интервью, была ответственна за ответственных лиц. Мы привлекли общественных деятелей, ну, на нашем уровне это была администрация школы, директор школы поддержала нас, потом ЦДТ, и более того, мы вышли на руководителя юного эколога, есть такая организация ЮНЭК, и которые тоже дали добро, и муниципалитет нас тоже поддержал. Вот, и ответственность у Ксюши была большая, она брала как раз интервью у всех этих лиц. И, Ксюша, расскажите, как вообще, вот как вы себя ощущали в этой акции, почему вот вам захотелось как бы этим заниматься, быть на несколько дней, несколько там недель, посвящать свое время, выходные дни свободные, да, там, креативить, творить, что-то делать. Ну, не знаю, я громче только, ладно? Я всегда любила Землю, как бы планету, то есть, ну, людей уважаю. Ну, бывают, конечно, исключения, вот, но они все достойны правильной, хорошей жизни. И как бы я пыталась их направить, ну, на правильный путь, наверное, вот, то есть, чтобы они не плевались, не курили, ну, и там уже много чего плохого не делали. Вот, ну, и как бы своим примером хотела показать людям свой пример. Думала, может, они за нами пойдут, и вот... Брала когда интервью у директора своего, зауча, потом у ЦДТ. Вот, они меня поддержали, конечно же, добилась своего. Вот, надеюсь, будем прогрессировать, добиваться своих целей, все будет чисто. Вот Ирина сидит, расскажет нам сейчас, как вообще она себя ощущала. Она не снимала ролики все эти два дня. Мы в течение 8 и 10 числа гоняли на роликах, проводили эту акцию. Сначала привлекая общественность, которая работает в этот день, а 10-го проходила сама акция. Ир, насколько тебе было тяжело вообще себя ощущать там, в этой атмосфере? Расскажи. Все было спокойно, почему? Это весело на роликах кататься, еще людей там вдохновляет то, что не курили, там все такое. Как люди реагировали? Да, как реагировали? Ну, как бы стояли просто, слушали внимательно там, вот. Трое человек, кстати, про нас бросили курить. Расскажите, пожалуйста, как это было? Аня, по-моему, вы как раз вот общались с этими людьми. Да, мы с этими людьми общались.
Они похоронили свои окурки. Закопали в землю. Еще неизвестно, будут ли они дальше курить. Но при вас они сказали, сегодня мы делаем свой вклад, да? Ну, пообещали, что не будут курить. А как они похоронили их? Они потушили их и выкинули... В наш мусор? Да, в наш мусор. То есть не на землю, да? Бегали у ЦДТ как раз вокруг. Дайте мусор, дайте мусор. Да, мы провели... Что мы там провели? Конкурс «Кто больше соберет мусора?» И дети так активизировались, были направлены на то, чтобы собрать как можно больше. Но вот 10 числа, когда мы уже непосредственно акцию проводили, Маша, скажите, сколько мусора мы встретили, особенно вот на футбольном поле, как там? Да, там мусора на самом деле было очень много. И он был разный, да? Да, бутылки всякие, там пакеты от семечек, вот. А сигареты, бычки были. Пачки от сигарет, да? Да. Причем очень много стекла побитого. И интересно, мы когда... Мы не просто создали эту акцию, а мы... До этого у нас была такая предыстория. Когда мы начинали наш телетеатр, поскольку у нас ученики, базовые ученики, это 5-6 классы, то мы начали придумывать такие экологические фэнтези. И мальчики 6 класса, они так очень активизировались. Вот Ирина тоже как бы тогда с ними была, помните, когда вот они придумали про некую такую планету Мезля, куда приплывают инопланетяне и вообще смотрят на народ и не понимают вообще, что они делают, что это они там бросают, что они плюют, какая там белая жидкость там у них выплевывается изо рта, что-то они там какие-то... клубы дыма идут там, или там что-то ездит с клубами дыма, они вообще не понимали, как так можно жить. И тогда они придумали некую такую свою историю рекламного экологического агентства. И тут появилась ваша акция, где мы и решили вот как раз вот ее мобилизовать. Да. Попротестили ваше, собственно. Да, да, и агентство. Агентство, оно просто стало так креативить, сразу стали придумываться плакаты, слоганы, девизы. Я вот сейчас девочек попрошу показать те девизы, плакаты, которые вот в течение там, недели мы рисовали. Более того, мы тоже не пошли, мы сначала думали, надо купить ватманы. И тут мы видим, лежат там старые, не кури, да? Да, это называется реюз, собственно, да, вторичное использование. Да, вторичное использование. Не джат у нас такое есть. Не кури, да. Долгую жизнь проживи. Проживи, да, это вот один такой плакат. Шестой класс. То есть, в принципе, мы разбились тоже на группы, мы собрали таких актив, разбились на группы, и там четыре группы придумывали свои названия. И вот как каждый там, разве без вредных привычек так плохо? Это Юрий, смысл. Это автор этого. Так, это кто? Автор. Это я. Так, это Ксюша. Мусор не зубы вылетит, не поймаешь. А можно я вот пока девчонки у нас плакаты показывают, я хотел Роману вопрос задать. Да. Я тут вот в презентации, да, у нас есть... Это гринписовская. Презентация гринписовская. Да. Просто что-то о гринписе давно не слышно. Совершенно. Вот как раз вот этот World Wild, как они там, фонд, да, он называется, фонд дикой природы. ВВФ. Вот о нем как-то больше слышно, а Greenpeace куда-то делись. Ну, просто Greenpeace делают массу всяческих акций, в том числе по Химкинскому лесу они активно участвуют. Просто они разные направленности, да, и у нас... Масса всего происходит интересного, и на сайте Greenpeace масса всего новостей, и можно подписаться на их рассылку, и у них много всего происходит. Mm-hmm. Просто экология, это же такая вещь, она очень глобальная. То есть мы вот в эковике делаем свой маленький кусочек, вы делаете свой кусочек, Greenpeace делает, и, соответственно, в целом получается, что количество людей, которые экологизируются, разными путями приходят в экологию, оно растет. Смотрите, сейчас у нас такие три плаката. Земля и эко-дом. Там заставка «Земля и эко-дом». Да. И это тоже «Земля и эко-дом». Здорово. А был замечательный плакат, я бы даже хотела его озвучить. Но перед тем, как я озвучу, я напомню, что вы смотрите нашу программу в студии Арбат ТВ «Земля и эко-дом». И сегодня с вами я, Инна Ким, а также наши гости Роман,
это представитель акции 10-10-10, пиар-координатор по России, экопедагог Юрий Кузнецов и девочки из 55-й школы. Здесь мы показываем сейчас те плакаты, которые участвовали в акции «Международный день действий 10-10-10». «Подумай о здоровье нации, поучаствуй в нашей акции». Да, было здорово. И на самом деле очень, очень живо все проходило. Девочки, вот, а это вот у нас даже был конкурс, вот мы выбрали два лучших, 10-10-10, которые там несколько человек его делали. Да, у нас много привезли. Да, вот так у нас было. А это вот как раз 350 и меньше СО2 на планете Земля. Да, 350. И у нас, кстати, прохожие тоже спрашивали, что же такое 350, и насколько я понял из с англоязычного, по-моему, сайта я читал, что 350 это у нас какая-то концентрация единицы. Ну это ppm, собственно, да, это как раз что-то на что-то умноженное, это то, что та величина, которую можно померить. То есть это количество частиц углекислого газа, по-моему, на кубометр или на километр, что-то такое. А 350 – это оптимальная норма для человека. Она была 100 лет назад. Сейчас эта величина растет постоянно. Сейчас она составляет уже там 385 и продолжает расти. 450 – это атмосфера. Если выпустить туда человека в закрытую комнату и сделать там такое содержание, он не сможет там дышать. Ну, просто задохнется, потому что это уже не кислород, это повышенное содержание углекислого газа. Я считаю, что это вообще номинация соцрекламы, социальной рекламы в Москве. Я думаю, что мы будем номинировать этот плакат как бы на пропаганду некурения. Я смотрю, ну как бы сейчас мы видим, насколько активизировалась вот эта вот борьба там против всего, как бы социальной рекламы много. Но вот ребята, которые сочинили «Не кури при мне, и я не буду курить при твоих детях», это просто шедевр. Да, это есть шанс, что это будет работать. Да, самое интересное, что я даже когда ребята это делали, когда мы стали говорить об экологии, очень действительно больная тема курения. То есть мало того, что это ну, пропаганда здорового жизни, образа жизни, там вставая на ролики, не кури, вставая на ролики, да, но в то же время это вот я в свое время помню, я тоже бросила курить, и, потому что у меня в какой-то момент произошел щелчок, что сигареты изготавливают, и я тут последний в этом звене, кто их покупает. И то есть из-за меня тоже это происходит. Да? Это, да, это как раз очень правильно. То есть это вот про то, что про избыточное потребление. Да? То есть если мы купим меньше какую-то вещь, не купим сигарету, соответственно, снизится спрос. Соответственно, уйдет меньше заказ на фабрику и меньше, соответственно, да, на людей. То есть это цепочка, да. Да, я на себя взяла ответственность, что как бы я становлюсь той единицей, которая уменьшает это народонаселение, ради которого как раз продуцирует этот продукт. Вот. И вот я девочек хотела спросить, вы вообще как сталкивались? Ваши друзья курят? Да, многие. Многие. А как вы их агитируете на то, чтобы не курить? Бесполезно. А почему они курят, они говорят? Да это сейчас в моде. Ну нет, это всегда было модно. И родители, то есть курят, ну как-то уже с детства, то есть. Ну, не знаю. Такая привычка, которая особо не задумывается. Нет, у меня многие бросают курить, то есть друзья даже помогают им как-то. Кто уже больше курит, наверное, как-то тяжело бросить курить. Ну, есть разные методики, бросить курить на 100% и прочая история. Потому что детское курение – это же безумная вещь, это полностью садится организм, и, то есть это реальность. Человек, ребенок там, до 20 лет курит там, в течение года, да, то есть, соответственно, у него на всю жизнь обеспечены проблемы там, с почками, с легкими, со всеми историями. И еще важный момент, я вот не знаю, говорили или нет вы про это, про почему курение не экологично. Потому что сигарета, этот маленький кусочек, да, бычок, который бросается, он дико канцерогенен. И при попадании в воду он излучает массу вредных веществ, которые попадают в мировой океан в итоге. И бычок, который кинутый просто на землю, не в урну, да, он в большинстве случаев окажется в ручье, в реке, в мировом океане. Мировой океан сейчас на 10-15% состоит из бычков. Ну, то есть в разные фракции, безусловно, да, они там растворяются, но вот это огромное, там порядка 1000 канцерогенных веществ, которые реально отравляют воду. И поэтому вот в этом смысле это курение экологично, потому что это еще снижает экологический вред наносимой природе. И это может сделать каждый человек. Вы знаете, на самом деле, вот еще хотела рассказать, но
попросить Юрия Александровича и Юрия Григорьевича, которые у нас, рассказать о тех девизах, которые придумали дети. Они тоже очень креативные, может, даже имеет смысл зачитать их. И, может быть, вы как раз отметите, что вам больше понравилось, и мы тоже эти девизы будем номинировать среди как бы участников конкурса. Давайте посмотрим, очень любопытно. Да, ну здесь как дети сочиняли девизы, так сочиняли и педагоги девизы. Интересные очень. Жуйте морковки и катайтесь на роликах. Продлите жизнь себе, курам и кроликам. Представляете, как... Они у нас даже морковку ели в кадре. Морковка, да, это хорошо. Это вот как раз то, что мы только что о чем говорили. Землю покрыли шлаки, плевки, окурки и собачкины. Многоточие. Да. Тоже, кстати, собачкины, вот, да, многоточие. Не очень экологичная штука. Тут у нас одна из родителей, да, она была врач, паразитами занимается, которая как раз говорила, что вот эта вот одна, как ее назвать, плюшка такая, да, собачка, что она вокруг себя, как атомный взрыв небольшой такой происходит, она выбрасывает из себя кучу паразитов, которые в итоге отравляют нам всю окружающую среду. Соответственно, опять же, как предложение, поскольку от нашего государства и властей редко что приходится ждать, да, и, собственно, инициативы снизу, они очень поддержаны. Во всей же Европе есть эти, собственно, контейнеры бумажные по районам. Можно, собственно, опять же, выйти на муниципалитеты, составить там вращение манифесты, забросать этими плюшками окна администрации, в конце концов, чтобы как-то реагировали, и просто в отдельном взятом районе запустить проект, то есть вывесить на столбы вот эти, собственно, пакеты для собак. Ну, то есть найти спонсоров, которые, собственно, это будут делать, это все там из крафта стоит недорого. Главное создать систему, да, потому что, либо, по крайней мере, продажу наладить этих, опять же, пакетиков для собачек, потому что большинство людей просто не знает, где купить. Да, потому что мы хотим, вот, например, у меня есть собака, и особенно, когда мы стали участвовать в этой акции, ты же Мефёс, сначала я, когда я вышла без там пакетика бумажного там с собакой, и я такая, так, ну и что же делать? И я так смотрю, о, газета валяется, сразу стала охотником за газетой. Так, а по большому счету интересно, а что же делать? Вот мы берем пакетик, да, который должен быть бумажный, по идее, да? Мы, значит, за собачкой идем, она раз, мы завернули, и чего дальше? Ну и выбросили в мусорную урну. Это все уехало на свалку. Чтобы добыть контейнер, да? Это все уехало. Все. Мы сделали самое большое, что могли лучше в этом случае. Ну да, и со свалками, конечно, отдельная история в Москве безумная, потому что они там... все переполненные. Давайте сделаем там уборку. Закопаетесь. Нас не пустит мусорная мафия. Может, что-нибудь интересное найдем. Мусорная мафия есть такая. Тема отдельной передачи. Давайте дальше. По нашему. Да, вы лопаточку с собой берите, за собачкой своей уберите. У нас тоже один из пунктов манифеста был, мы его зачитаем. Не плюйте, друзья, сглотните слюну. И этим, быть может, спасете страну. У нас богатое воображение. Так, куры, кролики у нас были. Вот не было. У дороги дохнут даже кролики, вместо авто оденьте ролики. Да, это хорошо. Да, еще было что-то. Образно. Да. Угу. Ну, сейчас как-то повторно. Хочешь, как там было по поводу роликов тоже? Бросай курить, вставай на ролики. Да, это я. И дедушка, мы гуляли, ну, когда мы проводили акцию, дедушка гулял с ребенком, и при этом он курил. И мы тут развернули деятельность, ребята собирали на перегонке все эти, значит, этот мусор, и мы подошли к нему, как бы, для того, чтобы рассказать о том, что происходит, объяснить, что манифест мы здесь вот, в общем-то, выдвинули, и не хотите ли вы поучаствовать и подписать. Он так послушал, говорит, как я поддерживаю, ну я же курю, у вас есть шанс. И он, ну ради такого, ради будущего поколения, а там ребенку там 2-3 года было, он как бы вот реально сказал, все, ради такого я бросаю. И я вот сейчас, может быть, хотела в эфир зачитать манифест, и кто-то из вас, дорогие зрители, кто смотрит нашу передачу «Земля Экодом» в студии Арбат ТВ, которая посвящена Международному дню действий, который проходил 10-го, 10-го, 10-го,
выдвинули манифест. Он называется «Мифест» или «Сначала я». А в рамках Международного дня действий 10-10-10 объявляем Международный год действий до 11-11-11. Итак, «Сначала я». Я тот, кто очищает, украшает район, город, планету. Мы все хозяева планеты Земля. Все люди в мире хотят быть хорошими, красивыми, жить в красоте, в счастье, жить в цивилизованном мире. Но что можно сделать для этого? Кто может это сделать? Что я лично могу сделать, чтобы мой город, моя планета стали чистыми и красивыми? Мы подумали и решили, что каждый может просто взять на себя ответственность, просто стать примером для других. Если вы хотите своим личным примером, своими действиями, своей жизнью пропагандировать цивилизованное поведение и отношение к миру, тогда просто возьмите ответственность. Хорошо относиться друг к другу, очищать планету Земля, не плевать, не бросать мусор, шелуху от семечек, жевательную резинку и так далее, не курить, не загрязнять планету выхлопными газами, там, где можно пройти пешком, не использовать транспорт, убирать за своей собакой. Будьте с нами, начните с себя и вдохновите своим примером других. Каждую минуту и в каждом действии просто помните: я хочу быть красивым, я хочу жить в красивом, чистом городе, на красивой, чистой планете. И еще я цивилизованный человек, поэтому я начинаю с себя. И мы подходили с этой инициативой, с этим манифестом к разным людям, и они с удовольствием подписывали. Те, кто курил, говорят: ну я не могу так взять и бросить курить. Мы говорили: ну остальное вы поддерживаете. Они говорят: да, пункт 1, 2, 3, 4, 5 я поддерживаю, но с этим мне надо работать. Но хотя бы так, и люди участвовали с этим. Вот как раз девочки, они очень активно брали интервью. Я хотела спросить, как вообще люди реагировали на манифест. Я видела, просто вы, когда видели прохожих, там одна девочка, мы даже снимали несколько видеосюжетов, такая лавина детей несется на девушку, она идет, не понимает, что происходит, разворачивается. Мы: стойте, 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 это все хорошо, расскажите. Давай. Как все было, Ирина? Как вообще вот вы подъезжали? Вот, были вообще отрицательные какие-то? Ну что, нет? Не было. Не было? Нет. Все с удовольствием? И сразу подписывали? Нет, мы как бы им рассказывали, готовы, они на себя ответственность тут взять. Вот, у меня подписывались, например, на этой майке вообще все. На этой майке, то есть они на этом голубой майке с полиэтиленовых пакетов. У меня подписался директор, зауч, учительница как раз, по-моему, 5 или 6 класса, и ЦДТ. А у вас, Мария, как? А я не брала интервью. Не брали интервью? Нет. То есть не подходили с манифестом к кому-то, чтобы подписывали? Аня? Не подходили. Ну и как у вас реагировали? У нас очень хорошо. Да. Просто были какие-то люди, я знаю, что вот пожилые люди, они не захотели подписывать. Ну, пожилые люди, им сейчас не до этого, я думаю. Им пожить бы. Нам подрастающему поколению надо, чтобы они уже продолжали. А вы вот когда проводили акции, вы встречали вот молодых людей, которые так загорелись? Вот, только одну девушку. Да. Да? Всем остальным все равно? Ну как вообще вот население реагировало? Я помню, один был такой мужчина в компании, шел куда-то очень занятой, так он посмотрел на это все. Да экологические акции нужно каждый день проводить, а что вы здесь собрались? Такой недовольный, значит, и пошел дальше. По большому счету он прав, да, что нужно это внедрить в нашу повседневную жизнь. Безусловно, и как раз день 10-10, это как раз, вы очень правильно сказали, что это год 10-10, и жизнь 10-10, да, то есть вот жизнь в Экостиле, это еще один раз, повод еще раз заявить, собственно, о том, что происходит, и на всех, во всех парках, где мы собирали макулатуру, где проводили уборки, средний сбор мусора, везде стояли люди, которые раздавали, собственно, списки с адресами, куда можно дальше пойти сдавать макулатуру. В Москве, несмотря на то, что это очень сложно, можно найти место, куда можно сдать раздельно собранный мусор и макулатуру. И вот, собственно, один из наших параллельных проектов называется «Спаси дерево», они организуют вывоз мусора из офисов. То есть они просто договариваются с какими-то офисами, офис разной величины складирует бумагу, и они его вывозят. Соответственно, это не стоит никому никаких денег, но эта бумага уходит в переработку. И я хотела вот еще один ролик показать. Это интервью директора школы 55, у которого Ксения брала интервью. Ее зовут Факия Измайловна.
Ашарина, директор школы 55. Она очень такие вдохновляющие слова сказала, и я думаю, что это тоже будет таким вдохновляющим посылом жителям планеты и всем тем, кто смотрит нас сегодня. Расскажи. Нет, именно проговорить. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я ученица 11 класса А в 55-й школе. Это мой любимый директор, я Измайловна. Вот хотела вам рассказать, что мы проводим сегодня акцию, готовимся, точнее, к акции, которая будет проходить 10-го. Вот, Мифирос, то есть я подаю пример людям, то есть, которые курят, бросают там учебники, плюются. То есть мы призываем их, чтобы они соблюдали чистоту, показывали пример детям хорошим. Вот, и как мы призываем вас, согласны с вами? Да, действительно, экология большого мегаполиса стала большой проблемой. Я с удовольствием поддерживаю манифест, сначала я. И я также призываю всех граждан большого города Москва не бросать, не сорить, не плевать, не курить, убирать с собой мусор. Это большая проблема. И я как директор, я благодарна, что вы поддерживаете эту акцию, потому что для подрастающего поколения это очень важно. Вот, это мой любимый директор. Да. Действительно очень вдохновляющий, и у нас еще есть несколько минут. Да, вот что это такое, расскажите, пожалуйста. Да, это один из проектов, которые реализовали. У нас был организован велопарад, соответственно, есть такой человек, его зовут Мейк, художник. Он, собственно, сделал, это велокарта, первая велокарта Москвы, это уже третий тираж. Здесь, соответственно, были отмечены точки, на которых проходили акции 10-10 как раз. Можно было на велосипеде какой-то район объехать. То есть здесь прям реально проложенные как бы Да, веломаршруты, можно... да. И, собственно, вот пунктиры – это те места, где можно проехать на велосипеде без особого риска для жизни. Потому что Москва не приспособлена для велосипедов. И, соответственно, у них как раз есть манифест по велодорожкам, они работают там на уровне Московской Госдумы, да, пытаются, собственно, как-то это внедрить на государственном уровне. Потому что велосипеды – абсолютно экологичная история, и здоровая, и полезная. И с другой стороны, соответственно, было описание всех акций. То есть эту вот карту мы раздавали в местах скопления большого людей, в разных клубах. И то есть люди, собственно, из нее в том числе узнавали о различных акциях. А про эту велокарту, опять же, есть на сайте ecoviki.ru, ее можно скачать, распечатать там, и, собственно, ей пользоваться. И чем больше будет количество велосипедистов, тем... Тем мы больше будем пропагандировать экологически чистый вид транспорта. Да, и может быть возникнет критическая масса велосипедистов, когда уже велосипедисты... Просто есть слоган такой, велосипедист не против движения, он и есть движение. Угу, здорово. Итак, с вами была программа «Земля Экодом». Смотрите нас по вторникам в 16:00. Сегодня с вами были участники Международного дня действий, международной акции 10-10-10, ученики школы 55, которые занимаются на базе Центра детского творчества «Матвеевская», экопедагог Юрий Кузнецов и также наш гость. Пожалуйста, представьтесь. Роман Саблин, пиар-координатор акции 10-10 в России. Да, и вы можете всю информацию по этой акции 10-10-10 посмотреть на сайте ecoviki.ru и международном сайте 350.org. И мы ждем вас, надеемся, что наша тема «Листопад добрых дел», которая относится к осени, будет продолжаться, и в следующей программе мы продолжим эту тему. Будьте экологичное. Берегите нашу планету. Энергосберегайте.